В культурную жизнь нашего региона ворвался ансамбль «Репиени». Он имеет не только необычное название, но и весьма провокационное сочетание инструментов, которые используются на концертах. Виктория Живейнова убедилась, что лучше один раз услышать. Лиричная мелодия Исаака Шварца, и зал замер. Эти звуки мало кого оставят равнодушными. Едва музыка стихает, бурные аплодисменты. Артисты не дают зрителям расслабиться ни на минуту. Репертуар концерта подобран так, что классические мелодии сменяют народные. Звучат не только русские народные мотивы, но и, например, румынские, цыганские, испанские. Не часто встретишь и такое тембровое сочетание: баян, домра, скрипка. Вот он, человек, объединивший эти инструменты, аранжировщик Андрей Иванов. Аранжировки очень трудно делать. Действительно, коллектив необычный по тембровому сочетанию. Но у этого есть и сочетание свои преимущества, так как очень богатая получается палитра, как бы захватывающие совершенно разные тембровые краски. Известные любимые мелодии звучат совершенно иначе, когда музыканты исполняют их на непривычных инструментах. Один концерт ансамбля «Репиени» под овацией прошел в Туле. Второй музыканты решили дать в историческом месте – Ясной Поляне, в Доме культуры. Именно тот формат, который, наверное, вот нам нужен, потому что он камерный. И у нас программа камерная, и музыка разнообразная. Более полутора часов в зале звучали классические народные мелодии, а зрители еще долго не хотели отпускать музыкантов. Виктория Живейнова, Андрей Куничкин, «Вести Тула».